Проверил я эти светодиоды, они горят и от 86 миллиампер. Вот я про... Но горят уже более так оранжевым, красным цветом. И не сгорают. То есть они... их потом восстанавливается, их не портятся они. Вот, я... вот так они горят. А вот для сравнения возьму через резистор, вот 500 Ом. Более желтый горели, а теперь через амперметр или амперметр, не знаю, или тут будет видно. Восемьдесят семь миллиампер. Теперь возьму новый светодиод и запущу через 550 Ом резистор. И сравню, или не попортился. Вот. Нормально горит. То есть от такого перетока они даже не перегорают. 87 миллиампер, вот теперь ток замерю. Четыре миллиампера. Не знаю, так теперь какой этот, кажется, этот был, который я испытывал. На 150 Омах, где было, ну, в общем, я буду говорить, с какой ток, потому что тут неудобно все показывать одной рукой. Двадцать четыре миллиампера. 24,2,3,2,3. Ну, 24 миллиампера, грубо говоря. Теперь его пущу на этот. На 150 Ом резистор тут теперь, где 80 там с чем-то миллиампер, вот на длительное время подключим. Я не чувствую, чтобы светодиод грелся. Вот он такой более оранжевый горит. Вот чтобы проверить, что не сгорает никак. А теперь померю ток. 86 миллиампер. И теперь опять обратно проверю на 550 Ом резисторе. Вот. Опять более желто горит.
и замерю ток. 23,6. То есть как было, все-таки осталось. Он не перегорел, не попортился от такого сильного увеличения тока. Можно новый взять, еще один, чтобы проверить, что они одинаково ярко будут гореть. Вот. Два горят. Один новый, один, который я пропускал. И они так само ярко горят. Никак не деградировал ни тот старый. Это хорошо. Поэтому у меня лампа есть вот тут, где 16 светодиодов, она там слабо очень горит. И нужно будет ее мощность увеличить. Вот этого мультиметра уже иногда начинают, когда мерю напряжение. И что там уже иногда показывает, что батарейка разряжается. Тут вот потом нужно раскручивать, там искать батарейку, потому что она маленькая, нестандартная. Вот это очень хлопоты большие приносит. А вот этот мультиметр, он, у него там внутри батарейки эти ААА. Их очень у меня много, очень их сильно выбрасывает, и они такие большие, они тут очень долго будут работать. И я их вообще взял, уже выброшенные батарейки, подзарядил алкалине, хотя они не подзаряжаются, вставил, вот, и вот до сих пор работает без никаких проблем. Но тут нету функции мерить током. Один недостаток, но это в какой-то мере и достаток, что нельзя зато его спалить. А то этот я однажды мерил ток и там спалил транзистор или что, потому что нечаянно был поставлен на измерение тока, там нужно было напряжение поставить. Так, теперь... еще хотел померить, какое напряжение будет вот на 150 омах. Только тут нехорошо, что тут немножко 50 Гц эти... будут лезть и прыгать с напряжением, будет немножко. Все равно возьму крокодильчики еще. Попробую померить. Напряжение вот через 550 Ом буду пропускать. Показывает 2,131 вольт. 2,128 уже. 2,126, 2,25. Ну, видимо, резистор нагревается, поэтому падает мощность. Два точка сто восемнадцать умножить на
20 миллиампер, я там по датшиту 20 миллиампер потребляет. Нужно, чтобы потреблял. То есть максимальный ток там пишет. Хотя они там, может, ерунду пишут, там так на прикид написали. Умножить на 20 миллиампер. Ой, это не 20, а 0,02. Получается вот такая мощность одного светодиода. Теперь это умножить на 16, как у меня. Какая должна получиться? Около 0,7 ватт должна получиться. У меня эта лампочка потребляет 0,1 ватт. То есть она почти не потребляет. Там еще резисторы на конденсаторах стоят, чтобы их разряжать. Там эти резисторы, может, там больше потребляют. А должно получиться 0,6 ватт. 0,7 ватт почти. А если ток, я сколько там говорил, 80 миллиампер допустить. Вот при 80 миллиампер посмотрим. Треть какой ток. Еще раз промерю напряжение. Два запятая 10 вольт. Теперь померю ток на этом, на 150-ом резисторе. То есть не ток, а напряжение. И теперь напряжение. Рукой не могу. Включу. Ставлю камеру. 2.158 вольт. Ну, не сильно там выросло напряжение. Теперь 2.148. Ну, 2.15 буду считать. Пусть горит вот там. Посмотрим, может, перегорит. Так, 2.15 умножить на 80 миллиампер. Опять 80, а 0,08 равно 0,172 ватта. И теперь умножить на 16, может получиться 2,752 ватта. И должно не перегореть. А теперь я попробую вот, наверное, на этот вот поставить. Еще нужно резистор 100 Ом подобрать или 150. Вот 200 Ом возьму. Тут 22 Ом.
79 Ом. Вот через него пропущу, чтобы не сгореть, не спалить ничего. Так. Ну тут ток еще могу замерить. Восемьдесят семь миллиампер даже. Не 80, а 87. То есть 2,15 умножить на 0,087 умножить на 16, 2,9, почти 3 ватта может выдать. Так, и теперь такой способ буду смотреть, вот как изменяется яркость, когда буду крутить сопротивление. Нужно заодно как-то еще и ток прикрепить, чтобы измерялся. Вот 61 миллиампер, вот так говорит. Буду крутить яркость и смотреть, или при большем токе больше яркость. Вот теперь 52, 51, 44 миллиампера. И теперь уменьшаю. 66 миллиампер, 73, 76. Но яркость может и растет. Цвет-то точно меняется из желтого в оранжевый. 60, 70 и 80. Но сильно что-то она не растет. Яркость. 44 миллиампера. Просто больше цвет меняется, чем яркость. Что выжимать много нет смысла. Попробую пропустить. Я проверил, что на
55 миллиампер, где-то самая максимальная яркость, дальше начинает яркость падать и начинает в оранжевый свет превращаться свечение. То есть выше 55 миллиампер заходить нет смысла. Тут я так подключил резисторы, что можно регулировать ток. Вот 34 миллиампера. Вот кручу, кручу. 43, 44. 60, 78. 35 миллиампер. Вот я сделал 49 светодиодов. Потребляет 3 ватта. Значит, ток получается где-то 30 миллиампер, немножко много. Еще раз пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Запускаю через 40 ватт лампу. Потребляет 2,3 ватта, а через 25 ватт лампа потребляла больше. Видимо, как-то по-другому теперь работает. Потребляла 3 ватта через 25 ватт лампа. А через 40 ватт ламп, или сколько тут? 60, может. И 3 ватта потребляет. Power factor очень маленький. 33%. Вот это не ожидал. Я думал, без лампы наоборот будет больше потреблять. Но я попробую напрямую вкрутить. То выкручу. Это почти что нужно получается. Почти к расчетной мощности. Уберу. Два и два ватта. Power factor 31. 2,1 ватт. Вот же горит желтым светом. Так, 2,1 вольт умножить на 20 миллиампер. На 0,02 получается, и умножить на 39 светодиодов. Получается 1,638 ватт должно получиться. Тут 2,1 ватта, тут немножко больше. Два запятая один поделить на 39 и поделить на 2,1 вольт, получается 25 миллиампер.
26, 25. Чего тут страшного, немножко больше. Ну, по-моему, если сравнить с белой ватт-лампой, с белой двух ватт-лампой, то белая будет сильнее светить. Вот тут белая, посмотрим, сколько тут ватт. Тут 2 ватта. Тут желтая. Вот мощность примерно одинаковая, но я бы сказал, что белое светит сильнее. Видно моргание, когда рукой так поводить. Видно, что она так, такие много пальцев, как бы так. Сморкает она. Смотрю, какая настоящая мощность этой 2 ватт лампы. Два и 1 ватт тоже. Но она горит ярче. В общем, желательно какие-то помощнее светодиоды покупать, а то с такими возиться тут очень долго паять, и мощность небольшая. Power factor не посмотрел. Тридцать power factor, примерно как и там.
охренеть, светодиоды не должны греться, ведь они теплые. Возможно, если их больше впаяться, снизить ток, тогда будет выше КПД. Так у них тут КПД низкий, когда они больше потребляют энергии. Теплые. Другую лампу, если буду делать, то нужно делать с какими, ну, чтобы 10 миллиампер каждый диод потреблял, тогда может быть эффективнее. Вот с этой лампой намного светлее. Да, тут слабенькие диоды, тут вообще тут нужно было бы побольше. Что? А может и нет, просто может лучше, помощнее, поменьше. Чтобы меньше работы было. И запустить их на меньшем токе, тогда они будут более эффективно работать. Там внутри стоит 50 Ом резистор. И я вроде бы 50 Ом. Не 500 и не 5. Так я посчитал, что при 0,025 умножить на 50 Ом получится 1,25 вольт и умножить на 0,025, сколько он потребляет. Потребляет он 0,031 ватт. Немного. Ноль одного ватта даже нет. Вот разные светодиоды подключил последовательно через 550 кОм резистор от 15 вольт питается. Вот потребляемый ток 11 миллиампер. Вот разные диоды как горят. Светодиоды зеленый. Я скажу, на каком падает, на каком напряжении какое. На этом где-то 3 вольта, на этом 2 вольта, на этом 2 вольта и на этом 2 вольта. Вообще-то некачественный зеленый, но на самом деле качественный зеленый, они ярко очень горят, как и белый. У них напряжение падения 3 вольта. Желтый матовый, который в магазине покупал, это тот, где заказывал. Ну, на белом тут 3 вольта падает, то есть 3 вольта напряжения на 2 вольта, так он больше потребляет. Потом ярче горит. Все равно, наверное, он ярче горит. Покажу. Вот эта лампа 2,1 ватта, а это вот 0,4 ватта белая потребляет. Вот какая тут ярче горит. Белая, наверное, даже ярче горит.
Вот тут теплое, когда прикасаюсь. Я оставил на много времени гореть. Вот обе лампы. Они уже не нагреваются. Там так тепло, но не сильно тепло. А тут вообще холодно. Никакого теплота не ощущаю. Какой теплоты? То есть тут больше эффективнее, в свет все переходит. А там в тепло больше. Но вероятно, что тут 24 мили... Сколько там? 25 миллиампер потребляет. Каждый светодиод это многовато. Он неэффективно работает. Еще попробую этот мой светодиоды. Еще красный пусть. Подключу старый красный. Восемь миллиампер теперь, 8,6 миллиампер. Ну вот видно, какие тут самые ярко горят. Белый. Потом желтый, потом зеленый, потом красный. Еще мне хочется подключить такой СМД-диод, который я выпаял. Его сложновато будет подключить. Он еще подключил вот белый такой. Вот тут. Вот он. На нем тоже 3 вольта падения напряжения. Тоже все 4 миллиампера потребляет. Каждый по 4 миллиампера. Вот он самый яркий. Вот. У них ток потребляемый одинаково. Только напряжение не одинаково на них. На этом еще раз повторю 3 вольта, на этом 2, 2, 2, 2. На красном тоже 2 вольта, и на этом 3 вольта. На 3,6 может даже. На каком-то из белых кажется 3,6 вольта. Может, попробую померить. Держится еле. На каждом померю, какое напряжение. Так, на первом белом. Вот. У
2,7 вольта. Ну, они тут 3-4 миллиампера потребляют, 4 миллиампера. Поэтому такое напряжение просевшее. Первым 2,755. На втором желтом, который покупал, 1,960 вольт. На втором желтом 1,934. На зеленом 1,934 тоже. На красном 1,902. И на последнем белом 2,7 вольт. 2,705. И на первом 2,761. Ну, вот примерно. На этих одинаково напряжение. И на этих практически всех тоже одинаково. Вот этот белый, наверное, самый яркий. Хотя он тут в глаза светит, поэтому. Но он с разных углов ярко горит. Вот этот глаза посветитель тоже ярче. Такие дела. Вот еще синий подключил. Вроде бы 0,4 ампера стало. Но я еще пробовал запустить вот через 20 сом резистор, потому что 500-550 он мало уже. Уже вот 0,6 ампер. То есть миллиампер уже вообще мало потребляет. Вот можно видеть, как и синий горит. Попробую через 20 миллиампер еще раз попробую подключить. То есть через 20 ом резистор. Ну. 1,2 миллиампера. Все равно так особо не растет, потому что, видимо, то уже их подземное напряжение где-то и составляет 15 вольт. Вот 1,4 миллиампера. А синий слабо горит. Но падение напряжения на синем какое. Смотрю. Белые ярче горят. Два и 7 вольта. 2,8 на белом, 2,6, то есть на синем. Синий еще больше потребляет, чем белый. Вот уже 2 миллиампера, 2,3, но там контакты, видимо, поправились как-то. Лучше соединились. Вот, а теперь опять 1,7 миллиампера. Так что, ну, есть зеленые, они тоже очень яркие, только не такие, где 2 вольта, а где 3 вольта падения. Они прозрачные. Вот в моем блоке питания у меня уже все использовал, уже больше нет других. Он тоже очень яркий, ярче, наверное, даже, чем белый. Вот он светит. Он там вообще подключен через 10 кОм резистор вроде бы. Там от 26 вольт. Вот они ярко вот такие горят, зеленые. Все использовал, видимо.
Сейчас еще раз проверим, пока тут вот тут теплое. А вот эта лампа тоже потребляет 0,5 ватт. Вот это 0,5, вот, и она вот так слабо горит. Неоновая, 50 кОм резистор. Это светодиодная, 0,4 ватта, и намного сильнее горит. Совсем не теплая. Ничего не греется. Может, еле-еле теплая. Чуть-чуть. Может, такой теплоты, как моя рука, что я не ощущаю. Трудно даже сказать, или теплое, по-моему, чуть-чуть теплое.